Итак, ну и в продолжении серии вещей Nike Jordan. Вот такая вот футболочка хлопковая. Сейчас я ее открою, посмотрим, что она из себя представляет поближе. Так, вот она футболочка, серенькая такая. Материал на ощупь отличный, я бы сказал. Мягкий, очень приятный к телу. Классный. Так, ярлычков сзади я тут не вижу. Может, они сбоку где-то находятся. Мне, кстати, они в последнее время часто мешают, поэтому мне нравится, когда они так внизу. Знаете, тут вообще ярлычков нету. Ну, для кого-то хорошо, для кого-то нет. Ну, для меня хорошо только. Ничего в этом плохого не вижу. Хотя, никакой информации нет. В общем, покажу на картинке, конечно, как всегда, чтобы было лучше видно. Но смотрится отлично. Ну, как отлично. Футболка серая с значком Jordan. Как она должна смотреться? Отлично. Такие рукава коротенькие. Сам материал. Сейчас попробую, не знаю, приблизить, чтобы как-то показать получше. Ну, как бы обычный серый материал, который делают хлопковый, натуральный. Думаю, очень хорошо. Ну, все, это конец этой серии про одежду Jordan Nike. Смотрите следующие обзоры, будет очень интересно. Подписывайтесь на канал. До следующих встреч.